Всем привет, ребята, вот и наша новая серия Памятор Рояль. И помнится, буквально вчера нам подогнали очень интересную золотую МК, а именно талант бронебойная пуля и доработанная нарезка. Так что я думаю, такую МК-ху ну вообще никак нельзя обходить стороной. Тем более, у меня это вторая золотая МК за сезон, поэтому сегодня будем играть именно с этой пушкой. Надеюсь, мы не сольем ее за пару секунд и очень даже хорошо отыграем. Так что, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забывайте про подписку на канал, ведь нас с каждым днем все больше и больше, это не может не радовать. И также бонусом про Телеграм не забываем, поэтому QR-код на экране, а ссылочка в описании. Залетайте и подписывайтесь. И там тоже очень много всего интересного. Ну а мы начинаем. Погнали. Новый сезон метро в самом разгаре, но катки совсем не идут, и ты уже устал сливать вещи одну за одной. Теперь это больше не проблема, ведь сайт FunPay подготовил для тебя огромный ассортимент различных оружий и всех видов брони. И самое главное, по максимально низким ценам. Так что тебе больше не придется переплачивать, покупая эти же вещи в различных метрошопах, да еще и с огроменными наценками. А еще, тут созданы все условия для максимально простой и безопасной покупки. А если ты все еще сомневаешься, то вот тебе мой личный небольшой список покупок. И как видишь, тут даже не самые маленькие суммы сделок. Так что скорее залетай и вооружайся. Ссылочка, как обычно, в описании. Ну а мы продолжаем. О, Гарнет. Вот это хорошая респа. Только вот я как назло не взял с собой 6x. Только ночник. А он бы прям очень сильно понадобился. Парнишка же в нашу сторону пойдет. Или опять на школу. Просто в последнее время все тупо бегают на школу. А, я его вообще не вижу. Поэтому я без понятия, куда он делся. Зато со школы кто-то бежит. Это мы видим. Причем настолько далеко, что он просто тонет в текстуре. А может быть, парнишка где-то там сидит, и сейчас они пересекутся? Алло, этот-то куда делся? Просто теперь ни первого, ни второго. Шикарно. Ну хотя бы этот. Ой-ой-ой. МК, вышка плюс бронебойная, это просто шикарные таланты. Ой, показалось. Я подумал, что в траве кто-то лежит. Но мне все еще интересно, куда делся первый парень. Типа даже если он пошел на школу, они бы пересеклись с ним. Он походу вообще не появился. Ладно. Сейчас чекнем, что с него выпало. Ой-ой, не-не-не-не-не-не-не. Живем-живем. Где ты? Все, вижу. Ну давай ты уже, высунься. Голова. Я думаю, ему очень больно. Ну а пока он хилится, мы можем чуть-чуть перебежать. Мы же успеваем. Блин, вот еще вот по голове попасть. Давай. Ну. Да в смысле не летит? Да он достанет там бегать так. Проще уж тогда к нему в упор подойти. Хотя... Что ты делаешь? А ничего, что я перебежал. Капец. Не, ну мы его забрали. И причем урон просто бешеный. Мы по сути всех шестерок забиваем с пары попаданий. О. А вот и первый лут. Так, идем теперь того смотреть, до которого мы так и не дошли изначально. Да в смысле, вас тут сколько ходит? Я даже никуда убежать не успеваю, у нас еще приходят. Вот кто это? И опять пара попаданий. По-моему... 4 или 5 попаданий, и все, и он падает. О, еще лутецкий.
Причем на этот раз на разрыве. И еще МК улучшенная. Не, вот такой старт мне прям очень нравится. По сути, мы особо ничего не сделали. Три дипа лежат. И у нас даже есть реса. У нас еще и выход прям вот он. Чего? Так вот, где у нас все это время первый парнишка был? А как он откис? Кто его забрал? Нифига себе. Я не знаю, что это такое, но я первый раз такое вижу. И раз мы прямо около выхода, то, наверное, тут же выйдем и зайдем заново. Почему бы нет? Как раз засейвим пару шлемов. Так, ну первая каточка мне нравится. Если все остальные также будут идти, это просто шикарно. Серьезно? Мы появились на боссе? Неплохо. То ли у нас сегодня какая-то сверхвезучая игра идет, то ли я не знаю, как это работает. Но мы еще и на боссе. Ну окей. Тогда забираем его и потом будем людей встречать. Тем более там уже ботинок работает. Кстати, люди идут. Так, боссик готов. Но он прям вообще ни раз не интересный. Вопрос. Куда парнишка делся? А, вон как это работает. Я понял, у нас люди на здании. Причем там с той же стороны еще кто-то заходит. Вы серьезно? Еще и тут люди. А вот это нехорошо. Не-не-не-не-не-не, только не бот, только не бот. Да зачем? Мы так хорошо проходили тут. А теперь все, мы просто спалились. Блин, тут парнишка прям над нами где-то. И мы спокойно его заберем сейчас. Если он не спалит. Сейчас еще буду. 100%. Левый бот тоже спалит нас. О, а где он? Так, пара есть. Все, готов. Но я же говорил, левый бот тоже за нами пойдет. А и на крыше сразу пусто. Я понял. Походу придется подтягиваться ближе. Разрывы. Как раз. Что? Куда ты там стреляешь? И с окошка выпрыгнул. Вообще шикарно. А. Их тут двое? Я понял. Нам сюда надо. А, так он... Все. Готов. Он еще и оказывается прям в проходе был. Не, ну летит жестко. Прям очень жестко. Я реально не думал, что настолько все будет хорошо. Я думал, что особо разницы-то я не замечу. Ага. Разница просто небо и земля. Ой, еще и 500 разрывы. Куда столько, дядь? А что там происходит? Кто куда там зажимает? Пошел куда? Что? Нормальненько. Просто АКМчик. Ай-яй, ай-яй. Да в смысле, я запутался в кнопках. Пожалуйста, только не МК. Только не золотую МК. Вот.
Что не так с моей дачей? Почему, когда я кого-то убиваю, снимают абсолютно другие вещи? У меня первый раз за сезон появилась нормальная золотая МКХ, и ее тут же сняли. Вот прям тут же сняли. Ровно одна смерть. Что у нас более-менее похожее на нее есть? Просто сравним. А вот чисто прям, пока голова помнит, погнали с этой МК. И заодно сравним, насколько между ними большая разница. Но я реально хотел подольше поиграть, честно. Не знаю уж, как так получилось. Я до сих пор в шоке от того, как это все произошло. Я просто запутался в кнопке. Вот почему у Молика такой же кнопки нету, как у... О. Сначала разбитая, а потом собралась. Прикольно. Короче, чисто сравнивать сейчас будем. То ли мне показалось, что она такая жесткая, то ли она реально настолько жестче. Генераторы, опреснитель. Шикарный лут. Просто шикарный. Не, ну окей, раз мы на боссе, то тогда заберем босса. Пускай люди сами к нам идут. Тем более он обычный, заберем очень быстро. Вот он бы еще меньше бегал туда-сюда. Розовый. Пятый шлем. А у нас гости. Еще и с моликом. Так, первый готов. Но у нас еще кто-то. Второй готов. И у нас еще кто-то бежит. Че началось-то? Алло, у вас че так много? Причем, кстати, розовый, скорее всего, МК. Так, это на базу. Не, ну парнишка сам к нам не особо горит желанием идти. Ой-ой-ой, еще и шлем с сумкой. Неплохо. Кстати, нам есть чем покидаться. Дробовик? Или мне показалось? У него, по-моему, ДБС в руке. Пожалуйста, стой за этой машиной. Ну и как мы живем? Просто хае ровно в него прилетело. А вот на этот раз МКХи останутся. Да, все осталось. Как это работает? Походу, игра чисто решила забрать у меня золотую МКХу. Вот и все. Вот так вот это работает. Окей, собираемся, погнали еще разочек. Но прям сильно чувствуется, что бронебойная пуля была намного мощнее. О, мы опять на боссе. А что нас сюда закидывает сегодня? Мы только отсюда стартуем. Ну ладно, тогда опять начнем с босса, раз нас сюда кидает. И снова убежал. Вот почему он иногда стоит, а иногда вот так вот бегает. Да, давай уже. Опять ничего ценного. Просто пустой. Ладно. Чего? Там сколько людей? А, у нас еще и вышка. Я понял. Чего? Он на крышу залез? Где он? Все. Нет его. Только что снесли. Еще минус. Это еще кто?
Капец, еще и ботинок мешает. Не, ну он за нами идет. Только не встань, только не встань. Ты-то кто? Откуда вы тут беретесь в таких количествах? Ну, хотя бы у нас чистая спина. Никого там нету. Но тот парнишка тоже, по-моему, перебежал. И что вот лучше сделать? Как его так сейчас закрутить, чтобы... Фига залет. А чё так жестко? Я тебя понял. Даже отхилиться не дает. Такая себе ситуация. А вот так? У меня есть время обойти? А, все, у меня даже хаешек нету. Нормальненько. О, как ты это делаешь? Я не понимаю, как он так стреляет, но мы отходим, а урон пролетает. Он за ящик сел. Не, я тебя закружу, дружище. Наверное. А может и нет. И вот все по мне. Почему все по мне работают? Ну давай уже, пикайся дальше. Я так понимаю, я сейчас выбрал самое шикарное время, чтобы поиграть, когда у нас нереально много народу. А у нас настолько ужасная позиция. Этот в здании сидит, тот за деревом стоит. То есть нам даже особо и не отбежать. И он опять сидит, чекает. И опять тычка. Только я не понимаю, тот парнишка Сталип, который тут, он умер? Или он сидит, выжидает? А, я понял. Он сидит, выжидает. Не, ну прикольно. Все-таки это классно, когда вот так вот много людей. Но не классно, когда все по тебе работают. Чего? У них замес? Не-не-не-не-не, не в меня, не в меня. Давайте решайте сами. Вот это идеальный расклад. Этот на краю лежит. По-моему. А может отойти? Опять. Что-то мы спугнули их, по-моему. Так, тычка есть. Но он тоже будет пикать. Либо хае нагреет. Ну чё, все затихли-то? Мне не нравится эта тишина. Я живу. Не знаю как, но я живу. Все, понял, больше не живу. Но тут реально без вариантов было, просто. Когда они начали замес, надо было походу просто не подходить к ним. И они бы там сами разрешились. А мы бы забрали последнего. И мы опять появились, грубо говоря, на боссе. Но снова с другой стороны. Не знаю, нас походу сюда просто магнитит. Если сейчас опять будет куча людей, я офигею. Серьезно, мы еще и первые тут оказываемся? Да не. Но по-любому кто-то должен прийти сейчас. Бота нету. Алло. Где там еще один бот?
Чё, к чему-то за мной прибежал. А? Где патроны? Фига себе. Ровно на последнем попадании, которое надо нам, у нас кончились патроны. А он красный выпал? Я просто не заметил что-то. Алло, фиолка. Ну да, это же не мы. Он вообще пустой прибежал. Это же с нас тут сегодня МКХи снимают. Зачем с других снимать? Ладно, заберем босса. Может быть, когда-нибудь он какой-нибудь прикольный выпадет. Серьезно? Стоило всего лишь попросить? Нормальненько. О, еще гости. Он же нас не видит? Нет, 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 нет. Все, мы умерли. Это что за идеальный молик был? Фига себе, просто сгорел. Наверное, сегодня просто не наш день. Я не знаю, у нас опять МК сняли, у нас просто снимают пушки. Не знаю, длинный видос получился или нет, но разница между обычной МК и бронебойной просто колоссальная. Я бы с радостью этот видос повторил, но уже без вышки, а чисто отыграв на золотой МК. Хотя ее опять-таки с нас снимут, так что искать я не знаю, есть ли смысл. Ну а так, наверное, на этом моменте мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю серию. И поэтому всем тем, кто досмотрел до самого конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь и увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял. Пока.